Июнь, интенданство, шинель с непривычки длинна. Мать застыла в дверях, что это значит? Нет, она не заплачет, что же делать, война. А во сколько твой поезд? И все же заплачет. Синий свет на платформах, белорусский вокзал. Кто-то долго целует, как ты сказал, милый, потише. И мелькание подножек, и ответа уже не услышать. Из объятий, из слез, из недоговоренных слов, сразу в пекло на землю, в заиканье пулеметных стволов. Только пыль на зубах и с убитого каска — бери! И его же винтовка — бери! И бомбежка весь день и всю ночь до рассвета, неподвижные, круглые, желтые, как фонари, над твоей головой ракеты. Да. Война не такая, какой мы писали ее. Это горькая штука.